В этом году медики отметили свой праздник в неформальной обстановке. На площадке возле административного корпуса на территории больничного городка собрались только те, чьи фотографии в этом году украсили доску почета работников клинической больницы номер 50. Виной всему эпидемия новой коронавирусной инфекции, с которой наши медики борются уже несколько месяцев. Нам удалось ее победить в Дивеевском монастыре. И сейчас у нас проводится очень большая работа в этом плане в городе. Мы с вами выявляем, лечим, наблюдаем, в том числе за контактными. И пока что количество заболевших не уменьшается. То есть нас ждет с вами еще очень большая и кропотливая работа. Доску почета на территории больницы обновляют ко дню медика каждый год. Туда попадают фотографии наиболее отличившихся сотрудников. В этом году в их числе и заведующая детской поликлиникой Марина Алексина. Ее подразделение сейчас тоже на передовой борьбы с коронавирусом. Диагноз COVID-19 все чаще стали ставить и детям. И доктора мои, и медицинские сестры, они вовсю трудятся. Конечно, всем большое спасибо и с праздником. Здоровья, счастья, всего самого хорошего. Цветы и премию получили врачи, медицинские сестры, лаборанты и те, кто обеспечивает бесперебойное функционирование больницы. Кроме того, заслуженную награду вручили ветерану Галине Гужовой. Она проработала в больнице 40 лет, прошла путь от врача-терапевта до заместителя начальника МСЧ номер 3. За многолетний добросовестный труд Галина Викторовна внесена в книгу почета КБ номер 50. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.